телеграм-канале промышленного района Самары предупреждают, что весной нужно быть осторожными с огнем и соблюдать меры противопожарной безопасности в лесу и на дачных участках. Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью. Сообщить по телефону региональной диспетчерской службы, она работает в штатном режиме, или по телефону горячей линии, он указан на экране. Администрация Советского района Самары сообщает, что сегодня в Доме культуры «Заря» прошла патриотическая акция «Самарский край в поддержку фронта» с участием заслуженного артиста Российской Федерации Сергея Войтенко. В зале присутствовали участники специальной военной операции, семьи военнослужащих, героев-защитников, волонтеры и жители района. Администрация Куйбышевского района Самары сообщает, что основной темой традиционного совещания стало взаимодействие управляющих компаний и жителей в течение месячника по благоустройству. Необходимо проинформировать жителей о том, что они могут присоединиться к акции. Управляющие компании должны быть готовы обеспечить жителей всем необходимым и проинформировать о работающих пунктах выдачи инвентаря, отметил глава района Алексей Коробков.